Острое респираторное вирусное заболевание атакует Чувашию. В республике заговорили, что идет волна эпидемии. По данным Роспотребнадзора, количество чихающих и кашляющих, которым поставили диагноз ОРВИ, на прошлой неделе перевалило за 5000. При этом почти 74% – это дети. По сравнению с позапрошлой неделей, заболеваемость выросла на 86%. Однако специалисты отмечают, никакой особой волны эпидемии нет. Уровень заболеваемости просто восстанавливается до праздничных значений. Новогодние каникулы были, люди как бы перестали болеть. Обращаться в больницу, отлеживались. Статистика была соответствующая, которая, ну, как бы люди не обращались. Тем больше и больницы не работали. На этой неделе будет, еще будет расти заболеваемость, и она будет уже соответствовать там среднему уровню, который должен быть на этом, в соответствии с климатическими условиями. Иными словами, ничего особенного не происходит. Для нынешних погодных условий ситуация вполне нормальная. Но эпидемии гриппа в республике нет, и по данным ведомства ничего ее пока не предвещает.